Ну что ж, девчоночка, девчули-чулечки. А снова я, снова мой бьюти-бложечек. Это значит, что немножечко советиков о красотишечке. Девчулечки, сегодня мы с вами попробуем вот такую вот маску. Тут как бы трехногая свинья. Она как бы смотрит вам своим глазом в душу и говорит: попробуйте эту маску. Помогло мне, поможет и тебе. Ой, тут есть лопатка. Лопаточка, да. Вы спрашиваете, а где Наташа? Где смеяться в твоих бьюти-блогах? Девчулечки, смеемся после слова лопаточка. Вот такой крем. Ну что ж, давайте попробуем. Давайте попробуем. Вы что, купились на это? Все же знают, что крем так пробовать нельзя. Крем пробуют иначе. Ну, неплохо, неплохо. Потом будет херово. Сейчас неплохо. Наносим этот крем. Моя бабушка говорит, что Сталина на меня нет. Но вот же он есть. Расстрелять. Короче, если мой бьюти-блог смотрит алкаши, то вот эта маска буквально за минуту превращается в пузыри. В реальные пузыри. А, девчули, а маска очень полезная, потому что мы все знаем, что такое ЖКХ. А, вот, собственно. И этой маской можно, если у вас дует из окна, можно залепливать окна. Сегодня мы протестировали, как действует эта свинячья маска на человечье рыло. И ничего, я не подохла. Мы с Хрюшей прощаемся с вами. Ставьте нам лайки. А если вы не ставите нам лайки, то вы чё, ели что ли?